В Нарвском колледже начнет обучение 101 новый студент. В новом учебном году на дневном отделении колледжа по учебным программам высшего прикладного образования, интегрированной программе, по учебным программам бакалавра и магистра начнет обучение 101 новый студент. Прием документов на некоторые специальности в открытом университете продлится еще до 4 сентября. В прошлом учебном году на дневное отделение пришли обучаться 68 студентов, желающих получить высшее прикладное образование, степень бакалавра или магистра. В открытый университет в этом году было представлено всего 179 заявлений, из них 35 на специальность «Специалист по работе с молодежью», 10 на специальность «Организация работы местного самоуправления», 88 на специальность «Педагог детских дошкольных учреждений», 30 на специальность «Классный руководитель». На обучение на уровень магистра по специальности «Учитель гуманитарных предметов» в многоязычной школе было представлено 4 заявления и на специальность «Педагог детских дошкольных учреждений» 12 заявлений. И это все на сегодня. Телеканал ТВ Нарва поздравляет всех школьников с началом нового учебного года. А мы увидимся с вами снова завтра. Всего доброго. До свидания.